Стала известна причина коммунальной аварии в амурском поселке, из-за которой жители микрорайона на 3 часа остались без света, горячей воды и тепла. Без электроэнергии также остались и социальные объекты, в частности, онкологический диспансер. Кроме того, были отключены светофоры, в итоге образовались заторы на дорогах и было зафиксировано несколько ДТП. Как выяснилось, авария произошла на линии электропередач. Переключить амурский поселок на резервное электроснабжение не получилось из-за того, что запасная линия оказалась на ремонте.